Представим себе, что вот этот трекпоинт, он может отклоняться влево, вправо. Это одна степень свободы. Вперед, назад. Это другая степень свободы. Также он может двигаться по вертикали. Это третья степень свободы. Как сумма отклонений вперед-назад и вправо-влево, он может совершать циркумдукцию. Но вот так вот вращаться он не может. А это четвертая степень свободы, которой у него нет.